На строительстве Камчатской краевой больницы ведутся работы основного этапа. Это у нас монтаж металлоконструкции, армирование, бетонирование перекрытий, стен, диафрагм жесткости. Мы уже вышли на показатели 1000 кубометров железобетона в месяц. Это хорошие показатели. Для достижения плановых значений нам необходимо увеличить в 1,5-2 раза данный показатель, то есть выйти до 2,5-3 тысяч кубометров железобетона. Тогда мы в течение ближайших нескольких месяцев закончим основные железобетонные конструкции. Есть определенные, конечно, у нас вопросы, в первую очередь связанные с логистикой, потому что в наших планах до конца года, в течение первого квартала 2022 года завершить железобетонные конструкции. Это около 10 тысяч кубометров железобетона. Для их выполнения данных работ необходимо порядка 3-4 тысяч тонн цемента, около 2 тысяч тонн металлоконструкции, это арматура, металлокаркас. Все это поставки у нас с материка идут, учитывая достаточно сложную логистическую обстановку, которая у нас в портах Приморского края связывается. Данный вопрос находится на решении от уровня полпреда, то есть от Юрия Петровича Трутнева до Министерства Камчатского края. Контролируется поставка и всячески ускоряется доставка социально необходимых грузов и строительных материалов.